Выборы 30 ноября станут решающими для каждого гражданина и для страны в целом. Это понимают и жители города Купчини Едининского района, которые пришли на встречу с председателем партии коммунистов Республики Молдова Владимиром Ворониным. Коррупция, нищета и безработица – вот реальная история успеха нынешней власти, говорят люди. Правящие партии унизили граждан нашей страны и наплевали на весь молдавский народ. А значит, они должны остаться на задворках молдавской политики. Это власть коррумпированная, бандитская, которая против народа настроена, и она так и будет. И она уже со своего пути не свернет. Нынешняя власть ведет неправильную политику. Она в своих интересах работает. Не думает о народу конкретно, чтобы кто мог приехать домой из Москвы, работать дома, чтобы обеспечить рабочие места. И за пенсионеров не думают, что они должны работать. Жить по-нормально, достойно жить, а не так, как сейчас. Вообще этой власти не должно быть. Им место в тюрьме. 4 ani de zile, 5. Te-au dus la sapă de lemn. И не умеет с ними было губернатор. Захватив власть, мафиозно-олигархические группировки поделили по партийному принципу все государственные структуры. Усадив министерские кресла удобных чинушей, так называемая проевропейская коалиция начала действовать по принципу «разделяй и властвуй», заявил лидер коммунистов, подчеркнув, что ничего другого от коррупционеров и предателей национальных интересов ожидать нельзя. Чем они занимались до того, как стал министром? Что он научился по жизни делать? Министр здравоохранения должен знать всю организацию медицины, от и до, и отвечать за эту организацию и за работу медучреждений. Министр образования должен знать систему образовательную. А что вы хотите от этой женщины, которая сейчас министр образования, если она ни одного дня не была учителем? Понятия не имеет, что такое школа, кроме того, когда она училась, видимо, в школе. Потом ее доучили в Америке. И так остальные все. Все эти 5 лет действующие правители проводили антигосударственную политику. Прикрываясь проевропейскими реформами, они разворовывали Молдову. Причем каждый старался урвать самый лакомый кусок, добавил Владимир Воронин. Эти 3 партии, что были в коалиции, демократическая, либерал-демократическая и либеральная, они, каждый из них в отдельности, никогда не голосовали вместе, если не договаривались о чем-то. Сегодня я голосую за твой закон. Завтра ты за мной, за мой, а послезавтра мы голосуем за твой закон. И вот такая групповщина. И это все свои интересы. Как поделить земли, как продать молдавские земли, как собственность, как приватизировать банк экономии, как другие вещи осуществлять. Да. Как разделять те деньги, которые приходят кредиты. Кому дать кусок дороги от Чемишлии до Тараклии. Кому дать кусок дороги отсюда, от развилки Саратены до Сорок, до Флорешт? Кому дать кусок дороги от Кишинева до Унгена? Такой подход к руководству государством разрушителен и может привести к исчезновению Молдовы с политической карты мира, уверен Владимир Воронин. У лидера молдавских коммунистов большой опыт в управлении страной, и он точно знает, какой должна быть власть, чтобы Молдова вновь воспряла и состоялась как суверенное и самостоятельное государство. Она должна быть озабочена жизнью людей, как живет народ, каждый день. И делать, чтобы эта жизнь людей каждый раз становилась хоть на чуть-чуть, но лучше, но не хуже. Надо уметь понимать, что происходит в народе, в стране. Например, что нужно тем, которые только родились или должны родиться? Надо думать, что будут с этими детьми потом. То есть, после детского сада он должен идти в школу. Что это будет за школа? И так этого человека сопровождать все его жизни. Партия коммунистов готова стать поистине народной властью. Но для этого гражданам нашей страны предстоит сделать осознанный выбор 30 ноября, подчеркнул лидер ПКРМ. 30 ноября, Доминика, сядет 30. А за партийных потерян стат думеваться. Называется нынеш парламент, нынеш гуверн, нынемин. Воу, фикару ты думеваться во партийных потери. Лаз бюллетина, я кайся потеря по пору, а сейчас бюллетин. А мотали. А тутрор до 2 миллиона делегатор. Ждак думеваться, кушет нормал, ку интенции санатуаса, ку доринцы для фаши Молдова нормал, для фамилия мотали стресса нормал. Мотаться айделук, копинцы вецы, ай конститент, ай салеш. Așa echipă, acel partid și așa de drumul acest buletin pentru 4 ani de zile.
Настя вышла до усуделей, Настя вышла на сак картофель, Настя вышла порошач, Настя вышла от чувака, вот скумпер или готовь. Да, с вашего президента, то сейчас все нормально. Что я с экзекут конституция шлезистер, а с кем птоц с экзекуты, что еще говорю фурат с респондер, что еще говорю факут простый, что еще говорю о уши с вами, что еще говорю о он калкат лезет, что еще говорю о скунд бани, что плетески позиты бизнесмены со скундельным позитарием для постат. Люди должны самостоятельно решить свое будущее, отметил Владимир Воронин, подводя итоги встречи с жителями города Купчень. А каким будет это будущее всей страны и каждого гражданина в отдельности, покажут результаты предстоящих выборов.